Украина продолжает возвращать долги МВФ. 450 миллионов долларов, по информации замглавы Нацбанка Олега Чурия, на счета главного донора страны перевели сегодня. Деньги на погашение кредита взяли из золотовалютных резервов. Еще более миллиарда долларов фонду перечислят в конце этого года. Средств для погашения кредитов, прогнозируют эксперты, в этом году должно хватить, но в последующие могут возникнуть серьезные проблемы из-за того, что отдавать придется в разы больше. Гораздо интереснее будет 2019 год, где нужно будет отдать по разным там оценкам от 4,5 до 5 миллиардов долларов. То есть эти деньги уже должны будут отдаваться либо из каких-то резервов и поступлений в бюджет страны. С 2018 по 2020 год Украину ожидает либо дефолт, либо, что более вероятно, очередная реструктуризация внешнего долга, потому что та реструктуризация, которую провела Наталья Яресько, это чисто кабальная реструктуризация.